Я, наверное, сойду за танк. Их надо 40 штук наспавнить, не забывайте. Надо бить. Не бейте, не бейте. Ну не бейте. Ну их наспавнить надо. Лёх. Лёха, ты тут? Плюс один ему вставь. Зайдите все в воду, чем больше народу. А, монорота нету. Ладно. Выходите, поставьте шкаф. Это главное, ачиву. Да, которые типа нас это. Да го ачиву, блять, его нет. Монород, 500 голды место в рейде. Приму ГД, чтобы кто-то вышел. Выйдите кто-нибудь. А почему рыбка не кидается в смерть? А кто выйдет теперь, самый главный вопрос. Кому ачиву не нужно? У кого-то есть уже, адмирал, ты понимаешь? У меня есть ачива, да. Вымерл, давай. Портал поставил. Магов нету, сука. Одноразовые все. Лёха, ты тут? У меня поставочки. Он лот ролит. У меня поставочки пришли, пошел я это. Ты проснулся? А у меня нету, Серега. Сейчас самолите монорот еще раз. Игрок не найден. Я вот. Я все, теперь это готов. Я в Долоране. Да не бейте, ну шо вы садите, ну дайте собрать. Их 40 штук нужно, народ. И только потом же сливают. Что там грозирует? Что за сова? Афоня. А я в медведя спину. Да чем? Просто все воду, просто все воду прыгните, они сейчас быстро накопят 40 штук. Кто тут бьет? Вы зауешите. Там... Зачем? Да все. Отмени и обратно ее. Ходите, воду. Все, прыгай. Давайте заспавним просто 40 бешеных и просто нажмем звездопада. Ну типа да. Если все в воду прыгнете, больше наспавним. Прыгайте в воду. Нет, таймер начнется после первого убийства бешеных. Зачем вы бьете? Кивка. Ну, ачивка, блин. Он Артемий пишет 28. Спрашиваю, почему бьете? Вон приз подбивает. 32, не бейте. Не бейте, что тебя вообще ничем не бейте. Сколько? Давайте активнее там до этого. Вока летите. 40. Все, говорят 40. Ну если 40 бьет. Нихуя не 40. Вот еще одну быстрее убейте. Красиво. Ачива. Поздравляю. Воронки потом разрулишь? Да. Окей. Ну что, сейчас Вока выпадут. Ну, отойду просто. Да сразу. Ну, Вока, да, Лёх? Да, Вока. Ну смотри, полтора часа ушло на этот, на завязку, на Вока тоже должно где-то полтора часа уйти. Лёш, если никому грудак не надо, можно будет прыгнуть? Надо. Просто... А? Надо. Ну, попрошу. Понял. А то у нас просто что-то не собирается. Только не собиралось. Не хотите просто. Да. Почему? Сегодня народу столько не... Значит, никому нихуя не надо, если не собирается. Надо собирать. Лёха, ты умер, ты знаешь? Ну, ничего страшного. Почему у меня в недавних достижениях нету этой очки?
Перерыв закончился. Начинайте, Сумонец. Диафон, не спекнись пока в танк. Все равно на первом боссе в танке будешь. Ебать, духовное рвение. Короче, на том, когда мы вообще типа этих не били, я кисло бегал, собирал их. Тупо боссы. Единственная проблема в том, что он хуёво летает. Что он будет летать? Он захотел после второй платформы, похуярил вверх. А, ну это уже... Как, могли бы куда-нибудь? Ребят! Ближе въебать. А мы ЕПшку начислили только до двух боссов. Адмирал, полетели в крепость? Там Талин. Адмирал. Да, да, я тут. Полетели, я на форуме дерусь. Если... Так, куда что летим? Ну, Вока, залетай, шкаф сейчас. Окей. Вы там деретесь, форумные бойцы? А тут у тебя игра. Адмирал, ну залетай, ну. Дайте ему еще брал. Кому же присумать, кто не фукашит? Чтоб я мог пойти сам чай налить. Я убрала. Серега, тебя присуманил? Пойду чай налью. Угу. Вы что, хотите перья сделать? Ой, не перья, это... Вайп-отряд, или как он там называется? Рейд-вайп? У нас куча престов на самом деле. А есть типа Гогель-Могель можно заобузить, а есть еще фласк или припод, который замедляет падение? Кто-то в курсе, нет? Ну, народ, ну там, типа, на Солярине нужно это, чтобы все подлетели, что ли, или как-то... Да, рейд, ну вот, да, рейд-вейв. А, 16 человек. Суманти. Сейчас подойду. Ну, Гогель сложно, да, за Абузи. Типа там друид в коте, по идее, не разбивается. Ну и куча престов, которые перышко кидают. Ой, не перышко, а левитация. Ну просто я в коте вроде не разбивался, могу так сказать. Даю проверку на присутствие. Чё там? Я тут, но отошел на минуту. Буквально. Фонтей, Кирс, Салим. Талим половину засумонил и отошел за чаем написал. Окей. Фонтей. Рвлет, Мозер, Фензи.
еще раз. Все, поехали. Трэш чистить. Для чего эта ачивка-то нужна была? Вы шлакаете. Меня в контроль взяли, подчинили и убили. Элбрил, а вот этот эффект спирита, он райт-кликом отменяется? Какой эффект? Духа. Да, так, когда ты в духе, ты его можешь снять раньше времени сам? Могу правой кнопкой мыши. Вставай, заходи. А то просто деталовое, как будто бы, ну, висишь, ты попрёшь, и я думал, он снимает. Так я же в этот момент хилю 15 секунд, без затрат манны. Не, ну на трэше, например, типа. Адмирал, убейте. Убейте, убейте его. Фу, такими бяками. А меня, значит, молча убили, без команды, да, даже? Серега, вот понимаешь, да? Они двух хилов убили, то есть они уже это. Напрашивают. Уже пора записную книжку заводить себе, кого не хилить, да? Да, да. У нас же был. Зачем убить такой себе? У нас же. Не, ты помнишь, как у нас Элбрил этот вазелин-то подставлялся? Такие же подставные смерти. Это не случайно, что ли, было, да? Первый раз нет. А гриба случайно уронили. Мы планировали, но вышло все из-под контроля, а он упал. Кто из мобов дает МК? Какой мы? Прорицатель? Лена, ну ты понимаешь, ну, да? Да, прорицатель. Козлы. Лена, ты понимаешь, да, намеки? Вон конь вас убил. 100%. Конь, живи. Маленькую пандочку взяли и изнасиловали. Две пандочки, прошу учесть. Вымирающий вид. Одну рыжую, другую белую. Сначала убили. Давайте активнее. Дайте деф. Зря ты так гуляешь. Бля, я не думал, что мне так быстро порву. Минус очков, Афони. Ты чё-то, блядь, Афони вспомнил, как ты включил Старфол и за танком побежал. Дайте манну отвлеки. Бейте Кавата, он меня убил. Это Кават меня убил, сука. Вот как Кавата не убили. А всех трех хилов убили. Оставили, что ли? Че, Старфол побежал за танком? Отбрал, я там просто циклон кинул. Возьми помешки, брат. А в нас, значит, не кинул, да? Так, это кто? Все, мы запомнили, кого не хили. Поешка. Адмирала, по-моему, не грех убить. Так, Редвара не хилим. Ты лучше диспель стой. Я щиты кидаю в диспеле, только мана нету. А линкольните диспел за вайши, пожалуйста.
Ой, Ген, сложно. Давай чем попроще, уже скин. Или скин, ну-ка, машин скину. Мне не скинул. Я не скинул. Ой, вагоны, ой, пиздец, ой, даже смотреть не хочу. Просто смотреть не хочу. Вагоны. Мне интересно, а планета-то каким образом снял яд? Ну, умеет. Он же прист. Присты яд не снимают. Да ладно. Не знаю, у меня вообще никого в моей же группе не было. Еще не типа, пока ты ставил тотем, что-то вообще не. Это болезнь, а не выведение яда. Что бы вы без меня делали? Он тучи снял, скорее всего. Может быть. Тучи не снимаю. Я. Он читер просто. Нет, там была, наверное, болезнь какая-нибудь. Нет, просто с той стороны там, где спамился зеленый, скорее всего, он там стоял. А, не спалил тонко. Это именно рассеивание. Это именно рассеивание. Тучка туда не входит. Потому что по моим целям очень мало было яд. Чего вы там тучку за бабл считаете? Какая тучка? Монород, там написано до уровня 60. Если мне не изменяет память, планета этот немножечко 80-й. Планета low level просто. No name? Он этот как его? Low level, low name. Меркурий или... Какая там последняя планета? Плутон, блядь, Меркурий это первая планета. А, да? А, нет, погоди. Типа Меркурий, Венера, Марс, Земля. Марс, Земля? Что, простите? Ой, Земля, Марс, потом. Погоди, что так? Смотрите, да? Сова входит в лунное затмение, но астрономию как-то не очень. Ну, вообще вроде Юпитер идет пятой планетой. А я что-то задумался. Не помню. Давай там абсорби. И стоит слака. У меня маны нету. Я всю разабсорбил. Сейчас 20%. Ману, на ману. Все. На ману, да, и стой не слакай. Я ее кончу всю. Только она медленно ползет вверх. Да, блин, это самый хороший трэш. Ты так в печали по поводу Ока, что на пятом месте оказался на вайш. Кто я? Это совиный трэш. Они вас ну, тоже да, откидывают. Ты... Я-то чё, я стоял в своей метке, мне никто пиздели не получал. У меня все было хорошо. В моей тоже никто, я там... Хоть раз бы адмирал продиспелил. Кого продиспелил? Действительно, а кого я 17 раз там диспелил? А там диспелить? Я не диспелю, я яда не вывожу. Разве? Да. Прощаю. Это друиды и шаманы вроде бы. Да, и друиды. Хорошо, тогда сейчас к сову... Ну ладно, к сову это святое. Хотя бы сделал бы 5 шагов к центру и хилил бы в центре, кто там стоит. Я один раз вышел к центру. Пизды получил, да, и ушел. Да, 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 больше в центр не выхожу. А еще 250 копеек. Грамм. Ну или грамм. Да, на букву Г тоже начинается. Я не понимаю, почему Элбрил, блядь, моет хил, сука, жрет. По скаде. Он просто любит пожрать. Просто у него и левел выше.
Если упадет мой плащ сейчас... Ух ты, у тебя третья карта. Половина уходит мне. Чего, Лёха? Рыбу поставил. Дай шапку, Лёха. Сейчас дам. Что делать, если ты на диете? Ну вот как? Фоня, ты со мной вверху. Рудец снизу, если ты что. Втроечка, да? Окей. Да. Так мне больше нравится. Он рублет удержит? Кто там держит? Куда я сам не денусь? Кто со мной будет бегать? С тобой пускай бегает... Йена? Не, Йена пускай со мной бегает. Фенис, мне срочно 5 минут отойти надо, пожалуйста. Яги, какие санстам, мне шмотка нужна. Скоро вернусь. Ну вот, это ДБ. Давай ДБ включу. Так, Полина с Афоней бегает. Я бегаю от Гены. А чё, зачем ДБ? Не надо, мы и так без неё убьём. Так убьём. А, без неё убьём? Ну ладно, поехали. Талима только... Талим... А, Талим бежал точно. Рибав, дайте ещё раз полог. Даю проверку. Лапы не хватает. Шапки нет. У нас есть 5 минут убить босса. Лап, дайте. Идет там на ласт фазе. Дай каску по локам. Алим последний подошел. Я давал вроде. Но он, по-моему, говорил, он подошел уже потом. Дал? Вы там нет. К краю подходите, чтобы снизу вас доставать. Бахнул, бахнул. Пуляем. Мозов, давай. Быстрее, смотри, время начал. Как пробивать бой? ДБМ вбили, что ли? Может, сейчас Ерверс? Он что-то, ну не знаю, может, я не замечал просто. Вроде пробивает сильно, не? Ну да, вот. Они обновили инф, и ДБМ тоже. А у вас что, ДБМ обновляется? Да. О, блядь. Краю. Да вот, забирай. Где ты? Да я что-то свалился чуть-чуть. Ого, как он быстро летает. И летает, да, типа, быстро. Это тоже. Каждая КД по-разному. Каждая КД новое ощущение. Мы потом куда? На следующую платформу. Нет. Мы спрыгиваем и... Мы на первую платформу. Или просто перебежим. Просто перебежим. Вверх. Вверх. А, нет. Фоня на последнее. Ну да. Ебать, чё с ним? Петуха в жопу ужали его. Мы... Забирай. Интересно, в Гере он так же носиться будет? Может, жёстче. На спидах, что ли? Кажется, это уже подготовили, где? Ну, скоро вот пробивать смотри, будет смотри, где-то после четвертого. После этого верхний. Да, я жду на четвертый. Да, если чё, ни один уголь, блин, не спустился ниже 70%. Да добейте там. Углей. РДД свечник по углям побейте.
бля? Туда. Хильте, хильте, хильте. Где? Где хил? Где прохил, бля? Выжил. Че сакай? Без сопрота. То есть куда его без сопрота бил? Элбрил с сопротом, у меня еще минут 30 осталось. Нет, где-то там убивает, блядь, побейте. Очень много углей, ребят. Мелких побейте, рулету. Один за мной не рулет. Беги, беги. Ну кто там босса туннель? Ты туда бейте или нет? Поднимите адмирала, Мозера поднимите. Сплащу БРов не или что? Минус один хил, блядь. Вверх полетел. Сейчас на подниму первую, этого адмирала. На первую платформу. Я на последнюю. Я подмираю адмирала. Я поднял. Заберите угля, пожалуйста. Почему я не могу забрать босса? Что за херь? Ну, блин, сдох. Это мелких не добил. Забери Афони мелких. Рулета поднимите. Френдик, блядь, спустись на низ, подними Нурглета. Вы чё, долбоёбы, что ли? Можете, блядь, нормально... Блядь, он в другой стороне, я бегу, блядь. Вот ты сказал, я уже был на месте. Ну, если что. Стоят, блядь, друиды, блядь. Могут БРом. Ну, летела Лена. Блядь. Прохил. Прохилить я не могу. Я там за секунду сбрил. За секунду. Сопрот бы пила, блядь, не сбрил. Добейте босса, 6 лямов. Хилы, блядь, сопроты не хуи. Ревностный даже. Хильте. Инеры раскидайте хилам. Фоня немного к краю, блин. Да пускай за мной, блин. Иди на следующий. Он тут не вдох. БРов ноль. Ноль. Куда полетел? Босс. А. Отойдите от центра. Мирал. Лужа в миле. Лёх, у него же клива нет? Нет. Кто на звоушке выходит? Вместе встаньте. Квадратик вон. Взлетки помогает себе подбивать, если я одолею. Лужа. Конечно. Летел вверх. Он, Леш, всегда захерачит? Нет. Окей, ну так. Трэш, босс. Трэш,
вас, да, часть. На ласт фазе, на первой фазе. Блин, добивайте. Лены нету. Я тоже не ожидала. Заберись к нему метеор. Угля. Всё. Давайте, мне тренька нужна. Сейчас бьете этих углей, добиваете, куда он падает. Или вот так. Вот что с ней надо. Аккуратно не добивайте. В районе не добивайте. Фоне, сколько у тебя? 6. Забрал? Талин, ты как бы уже стоишь. По откату даже БР покисло. Поможет. Входите. Я зависла еще. Забивайте угли. Он тип. Боже, я убил. Верность. Вы 80 тысяч не могли добить просто все это время, пока был. Полина. Зависит. Это нормально, Полин? Вместе со всеми стать не. Ловушка. Короче, я хрен знает, у меня 5 копинг, я ничего не могу с этим сделать. Не добивайте, не добивайте угля. Перед боссом сказать надо. Бою поднялся. Перед боссом у меня нормально был. Где забрать? Ладно, забей. Сейчас заберу. На мне пока. Босса заберешь меня? У нас есть Гера, если что. Похоже. Сколько ДБР? 3 минуты. У меня 4. Ребят, мочите. Метеор, стоп. Подбивайте, не добивайте. Подбивайте, не если что сказано мне было. Меня просить. Разве? Добейте этих углей в углу, пожалуйста, бля. Стоп, стоп, по углю. Хуя, медики, убьете вообще углей как-то? Может Геру дать? Давай Геру. Медики, трэш бьете, когда я... Забери у меня мелкого угля. Не знаю, как это буду делать. Я буду вот тут держать. Ты доху забирай. Будь подкидывать. Боже, адмирал. Блин, я не буду тут держать мертв. Кстати, где говоря, мёртвые? Лужа стала быстрее настакиваться. Милики, подбивайте. Забери мелкого, забери у меня. Дохлый.
Не того. Трэш приедет. Да, блять. Стэн, не руби, а кем это как? Я держу там угли. Ты забираешь доху. Просто милики подбиваются углей. Вот где телом углей подбиваются. Все, забирай этого доху. Это добили, тогда ты. Трэш. Тридцать секунд, БР. Сколько? 30. Так давай, Кесла, давай по Сантею лучше. Забирай. Точнее, останьте. Леша не их убивает, когда он наверх. А нахуя вы убиваете? Там РДД добивает, что ли, я не понимаю. Я поднялся 40. Френдик, есть БР? Я подниму Френдика. И кому Френдику тогда поднять? Боже. Кого? Пускай поднимает. Килы, так. Не вставай пока что. После метеора. Скажи, ты пропал. Кого поднять? Мозер. Мозер, хорошо. После метеора встанешь. Все, встаю. Стой. Поднял. А ты бы их и поддержал под боссом. Че ты их ведешь? Там, видишь, отлетают все. Я отложу от пианиста. Лужа. Намного быстрее лужа стала на стаке, так что аккуратнее. Фу, такой же босс. Ну вот. Еще одна книжка. Я же в бою, а мне нужно триня. Ай, блин. Че ты лапнули, мне кажется, немного. Ну, мы сейчас убили много. Ген, чё, ты знаешь, типа, если даже мгновенно реагировать с лужей, ты минимум 2-3 стака поймаешь в любом случае. Раньше, типа, ты ловил всегда один стак. Типа, это не немного обдули, по-моему. Чё, на робота? Ну да. Да, на робота. Кто-то ролит кольцо? Да, сила бездны. Окей. Так, куда вы? Куда ты меня повел, квадрат? Кирс, ты куда меня повел? Алло. На робота пошлите еще. Кого двухчасовой сопрот, еще сопрот просто. Да окей, ладно. Сейчас зайдешь. Пять. Да, блять, сука, гречка. Фу таким. Вместо. А это нормально, что у нас на 6-м месте по углю милик, а на 8-м танк? Кто выиграл? Гречка. А ты как считаешь?
Мема, наверное, больше, чем у кого-то. Не белок. Белок. Зато там все белым-бело по углям. Ну, пару человек от метеора померло. Чего лишь? Угу. Да, мне два раза может, попасть. Может даже три. Кстати, адмирал, тебе там тело, по-моему, да, нужно? А что такое язык огня, вот интересно? А, да. Ну, оно мне не нужно, но так чисто, чтобы было. Не, ну ты улетел, тебе Лёха хотел скинуть. Улетел. Понял. Ну я улетел, чтобы ачивку сделать. Ну я понял. У нас 3-4 угля умерло во время перефазы, потому что тупо не хватало ДПСа под ним во время... Ну то да. Давай. Это были не впервые. Блять, столько трэша не может удержать. Кислый может. Да нет, типа... Вообще, вот я так понимаю, он нет. Дышал в рейд. Он почему в рейд дышит? Вот удар пламени. Это если он... Это Лёха или ты, или Афоня, то там, если в радиусе, если он не затаунтился, он дышит в рейд. Там просто была ситуация, что он должен был... Обычно он летит вверх, типа... Но он рандомно же летает. Там же говорил. Да! Стоп! Он всегда вверх летит, только, ну, в определенное время. Ну, то есть... Рандомно он-то летает, но, блядь... Вверх он летит всегда в определенное время. А тут нихуя, он не полетел, блядь, вверх. Потому что... Ну, то есть смотри. Он дышал в рейд, и вот, типа, этим дыханием он, блядь, больше, чем пол лица снимал. Ситуация вышла бы, блядь, и при том, если бы Афоня был бы на второй платформе, он полетел бы на последнюю. Вот эта же ситуация такая же была. То есть тут не угадаешь. Ну, блин, делать плюс одного танка. Разрешите перебью. С третьей категории будут пускать. Админы ответили. Все, третья нахуй катер. Адмирал, ты не понял. Не Сирус пускается второй карты. Я не смотрел, это цепь. Еще раз кислые, не понял. Сирус пускает всех с третьей карты, а пианист пускает с третьей карты. Все, понял. Блять. А че никто костыл? Самое главное, что люди задонили сегодня двойные поставки и все нормально. Разбайтили, да? Что еще спулили второго часового? Вот так они нас сбивали. Чуть интересно, Каз, кстати, не сбили, он пошел в меня. Просто я не в суве. Суви. Да ладно, спекайся в танка. То меня ложит. Какой ты будешь? Куда же пришел? Локи в банке, дайте. Пока Вага, если здесь, пока или авто. Талима, ну типа, не да? Знаю, что-то сегодня было тяжко его хилить. Да, все. Вообще не говори. Я почти если вот так будет даже в гере, да, то что тут будут люди делать, у которых половина будет третья категория, то им ДПС будет не хватать и хила там тоже. Половина лагала, плюс это. Да не, все равно очень тяжко, понимаешь? Да тяжко, тяжко вообще было. Раньше вообще не напрягаясь, тут стоял просто. Разрывалось, не знала, кого похилить. То было. Что, ну он такой, ну, блядь, типа... подыхающего, то ли рейд. Очень он... сильно урон проходил. Да, единоразовый, то есть, проблемует. Затолочка перекрыта. В смысле, по мне два раза по 20к тикнуло. Они походу это тестят сейчас уже, начинают и смотрят, чё как. Угу. Прошли, значит, надо апнуть. Мне кажется, мне кажется, в гере на аларе будет метеор. Нет, метеор. Наоборот. Приподнять. Как в РС-ке будут метеоры такие будут падать, мне кажется. Хватит умирать. Метеор шотать. Я вижу бомбы. И шотать будет, да. Да там все шотать будет. Смотрите, платформы смотрели вместе. Да заходим в рейд и умираем просто. Ничего не делаем. Просто это киллзона. Заходим в рейд, слэш килл, и все, и довольны. Там же так, типа какой-то будет... огненный пол будет на Ларе. Пол это лава, да? Тут делать, все будет.
Ты просто представь, какой будет урон здесь на роботе. Тут, мне кажется, 2 ДЦ не спасут, если бы у них даже абсорбы стак. О, вот это и можно породить. Вы еще самую главную фишку не обсудили, то что здесь трэш будет намного сильнее, чем босс. Трэш? Нет, трэш будет. Такой же будет. Скорее всего, да, трэш не будет. Они нет. Не будут трэш. Трэш, они не ответили. Значит, скорее всего, такой же будет. Ну, зачем им трэш опять? Ну, алло, мы... Трэш? Не, они не будут трэша. Да нет, трэш надо было апнуть, так что... Нахрена? До первого босса хуярил полчаса потом. Тут, короче, по одному мобу. Тут, короче, купол потом будет. Потом так. На первом боссе вайпался 2 часа, потом снова трэш. Эй, потом трэш лесает. Грубо говоря, сколько ставишь босса, столько и трэш бьешь. Тут смотри, вот этот кружок, видишь, вот тут будет купол такой, как на Джане, и будем по краю бежать, будут шипы, короче. Не, ну с этим можно трэш. И трэш много спавнится, да. Две джайны выйдут, блядь. Кристаллизованные уничтожители за нами. ТЛК обычку какую там вайпились. На трэш. Скажи, меня там нет. А интересно, кстати, было бы каких-то новых боссов убивать, например, одновременно, да? Ой, Гена, сейчас просто. Знаешь, просто... я не удивлюсь, если тут будет два таких робота. Просто представьте, например, какой-нибудь. Ну, банально там тухлый гниломор, да, но не так особо сложно. Знаешь, я не удивлюсь, если будут тут два робота с двух сторон, и их надо будет заливать одновременно, и у каждого свои косты. Или как этот есть. Мне, короче, вообще предложение к вам пойти в следующий КД и сразу двух боссов пулить. В этом. Где? В анкираже. По 12 человек, да? В анкираже там эти братья стоят, которые меняются сначала по одному, ну, магический урон, да? Ну, по одному физу. И потом они меняются. Мне кажется, или тут книжек стало механика второго. Забаньте второго механика, пожалуйста. Свободный. Если таковой имеет. Судьба. Я убрал в своем репертуаре. А вот как герб получается, шмотки будут вообще другие. Не хочу, конечно, жаловаться, но меня пиздит какой-то хуй. Там 284 шмот они написали, то что да. Там, типа, и 5.2. Но не тот, который сейчас есть в этом. В Атлас-Луте, другой. Не просто улучшенный, да? Видите, пожалуйста. А ты 5.2, он тоже будет 280? Не факт. Ну, по сути, просто улучшенный. Как бы. Что они еще? Я думал, будет 284. И все. Ну, может, знаешь... Т5 будет улучшаться до 284 экономила. Коника, знаешь, может просто какую-нибудь вариативную сделают, а-ля там. Ну, ботинки, например, меткость крит, таких, по-моему, нет. Ну что ж. Ну, Т10 поднимал.